Всем привет, с вами Аки, и это бэкстейдж с «Правда или действие». Вот, смотрите, что тут стало, есть. До сих пор все персонажи есть. И это как бы еще My Life начало. Я сегодня вам покажу мою новинку. Сладкий подарок на Новый год еще, да, один. Но на него есть что смотреть, и фокуса нету тоже здесь. Да, вот такой вот у нас опять уже... 5-6 выпуск My Life-серы. Не знаю, не помню. Ну, в общем, да, поехали. Сейчас будем это все убирать здесь. Смотрите, как это все выглядит. Сегодня я снимала не на столе, а на подоконнике. Мне пришлось. Да. Ну тут остальные персы, да. Вот. Фоны прикреплены здесь на изоленте. На окне. Да, вот так и живем. Вот наша елка. Да, наша елочка. До сих пор много подарков, до сих пор много жратвы. Мой любимый прозрачный лак, которым я сегодня накрасила ногти. Ровно собираемся заваривать, вон чайник закипает. Потому что мы бомжары, мы хотим жрать. Приятного аппетита. Кто тоже сейчас захотел ролтон, ставьте лайк. Ребят, да, и кстати, у меня уже 4К подписчиков. Я этому безумно рада, но опять же я не могу на 4К ничего сделать, потому что вы знаете мои обстоятельства в семье. Давайте жрать. Серьезно. Так вот, это моя новинка. Еще один сладкий подарок. Вот как он выглядит крупным планом. Тут написано «Жена Жилзбен». Это по-казахский Новый год. С Новым годом, вернее. Тут, короче, ребят, смотрите, выемка для окна. И тут, короче, открывается вот такая вот дверка. Не может заходить. Этот домик не выкинут, так как он мне пригодится реально в съемках. Вот такой домик. Тут елочка. И тут так. Классно все равно. Домик классный. Вот. И вот так вот он открывается. И тут, короче, дофига, как вы уже поняли, конфет. Ну, рахатовская также фирма. Фирма Рахат. Конфеты я высыпать все не буду. Ну, вот так он, короче, открывается. И конфеты. Много, короче, очень конфет. И риски. Ну, у меня, короче, рахатовских подарков... очень много в этом году. Все, закрываем. Такая у меня новинка сегодня, очень классная, как декорация, мне кажется, великолепно пойдет. Я надеюсь, вам новинка понравилась. Это будет мой новый домик. Помогите, помогите, нагонится маньяк. Быстрее, 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 входим, входим. Теперь выходим. Блин, дом классный, офигенный и вкусный. Папарам, 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 папам, пам. Это такая у нас погода в январе, серьезно, да. Блин, как бы Аки не упала. Помогите, мне страшно. Такой у нас сегодня My Life. Всем пока. Я люблю.